Здравствуйте, мои дорогие зрители. С вами Валентина и канал «Алтайский край глазами подмосковички». И тучи потрясающие. А мы идем караулить проход. Сейчас папка повезет сено. Коровы все с разных сторон уже стоят. Сейчас повезем, сейчас переключусь. Сено мы выставляем трактором. Сюда иди. Отойди, пожалуйста, вон туда вот. Вот стой. Коровы уже стоят, ждут, как это все будет происходить. Они уже на изготовке. Молодняк даже не выгоняли пока, потому что будут прорываться. Рулона 3 должны выставить, но на 3 у меня, наверное, не хватит батареи на телефоне. Так, уже побежала. Куда она побежала? Ой-ой-ой, да ёкарный бабай, куда ты несешься? Иди прямо. Сюда нельзя. Фух, это молодняка нету. А с молодняком-то вообще веселуха. Только и стой на воротах. Иди прямо. Не надо сюда... Ой, скользко. Не надо сюда смотреть. Какая красота кругом. Кто сказал, что тучи злые? Наоборот, тучи красивые. Так, один рулон стоит. Сейчас будет очень сложно никого не задавить, потому что же они не пуганые. Люба, отходи. Мы с тобой тоже не пуганные. Пошли. Нет, давай подходим. Тише, тише. Отходим. Надо и отойти, чтоб не убежали. И чтоб нас не задавили. Вон они как к сену как побежали. Бегом прям. Пожалуйста. У меня сейчас коровы разбегутся. Куда собралась звезда? Так. Все, уже облюбовали первый рулон. У нас как обычно. Так, вот здесь вот папа вперед. У нас все как обычно. Снимать то, что запланировала. А пока проболтались, приснимали все подряд, батарея припищала, что она требует заряда. Куда ты собралась? Я на страже. Всех бдю стою. Вот этим уже рулон этот не захотелось. Пришли за следующим. Идут за следующим. Так. Что-то не получается у папы. Сейчас, кажется, будет атака на меня. Они идут сюда. Между тем рулон взят следующий. И папа едет прямиком на нас. Разгоняется посильнее, потому что здесь у нас горка. Вот здесь он всегда застревает. Первый проезд вышел удачно, проскочил хорошо. Сейчас посмотрим, как этот проезд будет. Так, бежим куда-нибудь, бежим. Едет синий трактор по полям. А кругом красота. А куда он едет? Ну, ехал-то сюда. Бегут. Пропустили. Как они бегали. Пропустили, бегут. Так. Ой, вообще. Залитые солнцем тучи. Это нечто. Нечто.
Какие они красивые. Гордые. Плывут себе. Простите. Так, еще один рулон. И можно выпускать молодняк. Это что, значит, не ешь? Давай мне куртку рви. Ты почему не ешь? Тут у нас уже першество. Вот какое. Лада одна. Лада главная корова в стаде. Она будет стоять одна, есть. Ночь стоит, ждет третий. Все, она застыла, она застряла. Никого нету, да, ночь? Третий будет ждать. Ну, может быть, попробовать. Сейчас приду, Люба. А там уже кто куда. Девки, вас бы почистить, чем обезьяны вы мои. Ой, какое сено. Сено вообще сама бы ела. Ой, а пахнет. Вы посмотрите, какое. Это еще верх рулона. Представляете, что какое там в середине? Что значит самим подготовить? Ой, блин, там Люба. Точно. Очень умно. Здесь большие жрут. Ой, простите, едят. А здесь маленькие. Но только получится так, что здесь будет стоять лада есть. А маленькие опять останутся без сена. Все, пойду выпускать. Смотрите, как интересно небо. Туча проходит, и там полосы какие-то. Вот, смотрите, тучи уходят. Видишь, пап, полосы. Здорово. Вот, смотри, туча проходит. Ага, красота какая вообще. Сосульки. Так, коровы пируют. Небо обалденное вообще. Вот, а Люба между тем сосульки рвала. Все, пап, да, можно выпускать? Да. Что такое, пап? Ну, здесь вообще прям лужи. Вот такие сосульки и лужи в декабре-то. И тут дыра вывалилась очередная. Ну, welcome. Что? Ага, папка позвал. Давайте бегом. Ну-ка, бежим смотреть, как они там. И я за ней. Ой, какая. Все красивее, красивее. Ну так правильно, надо же почесаться первым делом. Только я думаю, что здесь будет лада или февраля. А, в кормушку ты будешь кидать? Кидывать-то надо. Вы где? В компашку бабью пошел смотреть. Все туда пошли. Жрите здесь, пока никого нету, дуры. Ветка в этом сарае. Она вся ледяная, а? Она вся мокрая. Ей сенца бы. Кого? Ну и здесь и оставь. Так тебе кругами, что ли, вот такими ехать? Надо было отсюда. А, тоже. Ты меня отвлекаешь. Дина такая интересная девушка получилась. Черно-рыжая. А что так выгнула за тебя, Дина? Там хороводы.